Верните направо. Через 300 метров место вашего назначения. Застегните пиджак, на улице ветер. Выключите фары, а то опять придется прикуривать, а у вас нет проводов. Это еще не все. Зайдешь в здание, там на 6-м этаже вторая. Это мужской. Руки хорошо помыли? Да нормально помыл. Носи ремень, впереди гаишники. Через 200 метров место, где вы протираете штаны. Это вообще-то моя работа. Нельзя, у вас гастрит. Жена борщ сварила, если не поедите, сами знаете, что будет. Есть бутылка с широким горлышком? А, есть. Вот такая подойдет? Да, а то впереди пробка, а у вас проблемы со здоровьем. Да нет у меня проблем. Есть, я лучше знаю. Купи жене цветы. Ага, сейчас, может, еще и что-нибудь. У вас сегодня годовщина. А, ну это аргумент. Вечером придется выполнять супружеский долг. А что, уже месяц прошел, что ли? Два. А. Меня с собой возьми, без меня не разберешься.